Друзья, всем привет! Смотри, как он травился! Я же не зря говорил, что он змея! У него свой путь! Гравий полетел, нормально! Так что, парни, наливаем чай, готовим попкорн, сейчас будет контент! Чуть не в березу, блин. Да, снега маловато. Хрена себе дерево. Опасно тут тренить. Всякие пеньки, кочерышки. А так прикольно. А я что, опять пропустил? Чуть-чуть, да. О. Саня, что тут, реентри делал? Я хотел хоповер сделать. Хоповер? Понятно. А что, здесь мягенько, нормально? А этот что, тоже хоповер делает? Ты должен за мной ездить и снимать. Конечно. Ромка, ты как? Тут ехать некуда вообще. А зачем ты? Я это не останавливал. Подожди, а зачем ты Саню тогда с собой взял? Я не за ним поехал, я хотел вот так вот сделать. Между деревьев, что ли? Нет, вот. Сходи. Он хотел за Ромой ехать. Это я тебе говорю. Он хотел за Ромой ехать. И показать Роме уровень. Да, да, да. Он куда собрался? Меня парень пугает. Да не, не, не. Одумался, одумался, смотри, вовремя. Походу на разгон пошел. Это парень был из тех, кто просто любит жизнь. Давай туда, кроме. И все бомб толпой доставать его. Саня, не надо, не езди туда. Саня, одумайся. Это было зря. Тебе помочь? Рома говорит, разворачивай, ко мне куда ехать. Саня! Курочка, блядь, куда поехал? Смотри, как красиво развернулся. А ты говоришь, уровень. Вот тебе уровень, смотри, учись. Все лежит. Не-не, нормально. Сейчас между деревьев проедет. Вот что делают американские видео с человеком, да, вот насмотрелся всяких фигни, всяких Касторкина.
ручеек такой. Класс. А вот здесь снизу. Все, только еще раз перерыв на чай. У нас перерыв на чай. Традиционное кулинарное шоу от Александра. От Новикова. Какого Новика? От Александра. Смотрите, здесь мясо, хлебушек. Ялтинский лучок спиздили еще вчера. Ну, мясо кого там у тебя? Кабана? Сам ловил? Кабана. Мясо кабана у нас тут. Сало, хлебушек, как говорится. Вот, бери, намазывай. Ага, сейчас. Саньку вырезать. Саньку нельзя вырезать. Ну. Если Саньку вырезать, у него просто упадут просмотры. Там, вообще. Понимаешь, половина подписчиков только из-за Сани подписались. Ты понимаешь, когда я ездить научусь, я тебе канал так подниму, блядь. Он уже поднял. Ты уже умеешь, а? На верхний уровень. Не пень, это бетонный блок. Да нет, ладно. Это бетон. Да. Значит, повезло. А ты где мы сейчас находимся? Я вылетел. А, вылетел? Ты живой, здоровый? Вот, это все уже Стихина. Ты еще Стихина? Где он? Стой! Стой! Ты че, там блок бетон. Вот скажите, нормальные люди, нет? Купили снегоход и так покататься просто. Там, ну, долго были, да? Да. Ну, тут наши подписчики. Я вам могу. Бор. Прям большой. Саня, сборная России по снегоходному спорту. У него свой путь. Траверса. Я же не зря говорил, что он змея. Я поехал. Он так газует. Так в отсутствие с головой надо ехать, Саня. Ром, как говорит его учитель, это называется бешеная траверса, неуправляемая. А вы чего встали? Я застрял. Ну, Саня красиво ушел, конечно. До змеи попробую. Доехал, я.
Ладно, снега, у тебя целая камера снега. Ну, пацанам, нас скучно было. Володя, снимай! Сейчас туда пойду. А как снимать тут с двух сторон контент? Там Саня мопедку мучает. Что это было? Вот, видишь? Гравий полетел, нормально. Короче, вот так катаем. Вот так все интересно. Тут Ромка торчит, докопался до гравия. Вон там Димка. Мопед. Что-то Саня орёт. Да, давай, давай. Да, ему уже не больно. Накинь-то, отставь ты его, Вот и купи нормальный. Что Ром говорит? Да тут пень ровно эти, понял? Кусты спили. Катаем, все отлично. Вот такие склоны, все копают. Ром, давай. Все, все хорошо. Вы главное ставьте лайки, вот, и смотрите видос. Да, не, нифига не понял. Слушай, хорошо у него цепную коробку поставили. Так я говорил, да, поменяли. А там как ГРМ. Слушай, а можно кардан поставить вообще? А? Кардан можно поставить ему? Блять, там, наверное, прямой привод надо делать нахуй. Да, да, да. Саня, как ты? Друг за друга. Как ты? Как Калеб. Как Калеб? Красавчик. Сейчас Калеб покажет, там тоже класс. Хорошо идем. То пень, то дерево. Теперь Дима бампер мне на сторону. Минус бампер, мы же по-другому не можем. Да это жесть вообще. Я уже думал, Саня едет. Бешеный отправился. О, Саня, Саня, Саня. Учится помаленечку. Красавчик. Саня, у меня нога дернулась, я хотел бежать уже. Учитесь, парнишки, я пока живой. У меня просто сил не хватает, я так-то все умею. Ну, понятно. Прошел. Ну чуть-чуть уже начинается, да?
блядь. Только скорость, наверное, Сань, медленнее. Да нахуй она медленнее, вот как ты что ли там сейчас полчаса копал, блядь. Вот я вот этот пройду за полминуты, блядь. А ты там 2 минуты, блядь, копаешь. Блядь. Сань, траверса должна быть медленно управляемая. Она управляемая, но со скоростью. У тебя она не управляемая со скоростью. Она бешеная. Ты даже в горку не мог заехать, блядь. 2 раза там, блядь, падал, спотыкался, блядь. О, снегоходом придавило. Скажи ему, пусть голову направо повернет и где его травится, а где моя травится. Давай спорим, я заеду просто в лоб туда. Там железная дорога. Вон, а, там видишь, железная дорога. Вот до туда доедем? Она на Рыбинск вывезет. Да, вывезет. А, полетел щебень. Я на сиденье сел, бля. Психанул. Саня, а Саня? Я Лёхе скину видос, пусть посмотрит, чему он тебя научил. Это было эпично. Уже не больно. Володя, вон туда доедем до горки, до верхней. Домой. Поехали. Нихера себе он засадил. Вот если бы Сани бы не было, нам было бы скучно. Да. Мы уже домой уехали. Да, мы уже дома, а чай бы пили. Ну что, можно, кстати, чай попить пока. Саня, тут копаю. Давай. Все! Ниндзя! Лыжи на хрусь нахуй! Да-да-да. Давай сам. Давай. Я тоже очканул бы. Так хули он проехал? Давай! 1, 2, 3! Газуй, блядь! Саня, снега нет? Нет. Нет. Саня, он тебе сигналит. Все, короче, снежики в прицепах. Мы в машинах помчали, короче, домой. Все, ну, всем все, пока. Ребят. Ставим лайки за видео, ставим лайки Сане. Вот. Смотрите следующую серию со мной, она будет намного лучше. Поэтому подписывайтесь и оставайтесь с нами. Все, всем пока.